В Северском районе почтили память героя Советского Союза Семена Григорьевича Соболева. 2 февраля 2020 года исполнилось 100 лет со дня его рождения. В Доме культуры села Львовского прошло памятное мероприятие. Семен Григорьевич родился в хуторе Стефановске в 1920 году. В 1939 году был призван на фронт, а уже к февралю 1944 командовал минометной ротой в звании старшего лейтенанта. Отличился во время освобождения Кировской области, Украинской ССР. Погиб 13 апреля 1944 года в районе Тирасполя. Сегодня, отдавая честь памяти, уважение нашему земляку Семену Соболеву, мы гордимся, что именно такой человек родился у нас в районе. Конечно, никто не хотел умирать. Молодые ребята, что такое 24 года? Жизнь только начиналась, и я уверен, что и Семен тоже мечтал о будущем. Создать семью, вернуться домой, к родителям, братьям. Но, увы, он выбрал бессмертие и шагнул в это бессмертие. Навеки золотыми буквами записав свою фамилию, имя в историю Великой России и Советского Союза. Поэтому будьте достойны нашего земляка. На встрече присутствовали родственники героя. Они поделились с участниками мероприятия сохранившейся информацией о жизни и подвигах Семена Григорьевича. Школьники подготовили стихотворение, посвященное герою. В семье большой и дружный парнишка подрастал, и лошадей строптивых без страха укращал. Учился в семилетке и технику любил. Во время урожая он жатку сам водил. Вот годы подоспели, он в армию пошел и в минометной школе военный курс прошел. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о подвигах советских солдат. После этого присутствующие возложили цветы к памятнику воину-освободителю.